Ребята из Лужской школы искусств приняли участие в областном конкурсе «Малышок» и втором международном хореографическом конкурсе «Под небом Санкт-Петербурга». Все ребята выступили успешно и стали лауреатами конкурсов. Мне очень понравилась поездка, потому что мы хорошо выступили, заняли первое место. Учащиеся отделения хореографии с восторгом рассказывают о своем участии в конкурсе. На каких конкурсах вы выступали? Мы выступали на «Малышке». Когда мы заняли первое место, мы ездили в Питер. Увлекательным стало не только выступление, но и поездка. Мы играли в автобусе, смеялись, читали, пели песни. Да, всякие разные. Песни. Потанцевали, это лучше не удалось? Нет, там мало места. Мы хотим, чтобы преподаватель никогда не болел. Мы благодарны ему очень сильно за то, что наш преподаватель нас подготовил, и мы выступили на отлично. Ирина Геннадьевна, поздравляем вас 8 марта! Желаем всего хорошего! Родители учащихся школы искусств гордятся своими детьми и благодарят преподавателя. Всех с наступающим 8 марта, и преподавателей, и бабушек, и мам, и всех женщин, и наших девочек. И спасибо огромное нашей Ирине Геннадьевне за труды, за наших детей, за то, что немножко мы увидели качество и выступили первый раз на международном конкурсе и заняли лауреата первой степени. Мы очень довольны, всех поздравляем. Хочу поздравить наших малышей с успешным, но таким грандиозным. На международном конкурсе наши детки заняли первое место. От всей души поздравляем нашего преподавателя Ирину Геннадьевну, наших школьных учителей, которые отпускают наших детей и сочувствуют, когда им тяжело. И всем праздничного настроения весеннего. Спасибо нашим бабушкам любимым, что они помогают нам растить наших детей, что они пенсии, но они встали и пошли на танцы с детьми. Валерия Багаева, Ренат Алеев, Лужские вести, Лик ТВ.